Всем привет! Вы на канале Китай Топ, и это вторая подборка интересных товаров для вашего авто с AliExpress. Как всегда, все ссылки только на проверенных продавцов, а также напоминаю, что очень скоро я подарю квадрокоптер своему случайному подписчику. Все условия в описании, обязательно переходи и участвуй. Ну а мы начинаем! Многим уже привычно открытие багажника с кнопки на ключе или сигналке, но в большинстве случаев мы лишь открываем замок, а саму крышку приходится поднимать вручную. Для тех, кто хочет исправить эту ситуацию, достаточно всего лишь одной пружины с AliExpress. Никаких сложностей в установке. Купил и поставил, и пользоваться багажником становится куда удобнее. Никто не застрахован от прилетевшего камня в лобовое стекло. Ситуация неприятная, но не стоит сразу отчаиваться и ехать в мастерскую, где ремонт вам обойдется очень дорого. Проблема решается небольшими затратами. На AliExpress продается готовый комплект для лечения сколы, который сделает его почти незаметным и предотвратит образование паутинки путем заполнения трещин полимером, и вы можете забыть об этой неприятной ситуации. Но для того, чтобы было легче вылечить скол, сразу заклейте его скотчем при попадании камня. Слепые зоны у автомобиля могут быть очень опасны во время движения, и поэтому следующий товар наверняка будет полезен каждому водителю. Дополнительные зеркала для контроля слепых зон легко устанавливаются с помощью двухстороннего скотча, также есть возможность их регулировки. Ну а для уверенной парковки есть очень бюджетный, но проверенный комплект датчиков. Они начинают срабатывать с 2 метров от препятствия, издавая сигнал и показывая на дисплее направление и расстояние до него. Для полного успокоения души можно купить зеркало со встроенным дисплеем и камеру заднего вида. Такое зеркало устанавливается поверх штатного, а камера имеет отличный обзор. Далее у нас самый популярный и легкий в применении толщиномер с AliExpress. Многим он уже знаком и зарекомендовал себя как отличный и недорогой помощник. У него 3 режима измерений. Легко обнаружит крашеную деталь автомобиля. Стоит немного, но сможет уберечь от нежелательной покупки битого или крашеного авто. Универсальная торцевая головка, с помощью которой можно закрутить предметы любой формы. Теперь даже петли легко вкрутить, не прилагая много усилий. Невероятно удобная в применении. За счет стержня с пружинами головка принимает форму, необходимую в данный момент, и больше нет необходимости постоянно менять ее. С легкостью заменит большинство инструментов. На 8-м месте телескопический фонарик с магнитом, который станет также незаменимым предметом вашей повседневной жизни. С помощью него вы сможете подсветить в трудодоступных местах, а самое главное, благодаря магниту на конце фонарика, с легкостью достанете металлические предметы. Бывает такое, что при ремонте автомобиля ключ или гайка выскальзывают из рук и падают в места, где их нереально достать. Но благодаря данному предмету для вас это станет лишь мимолетной забавой. На 9-м месте универсальные крючки для пакетов и сумок. Очень удобные в применении. Крепятся к подголовнику и при необходимости просто поворачиваются, а когда не нужны, также легко убираются, не занимая места. Подойдут совершенно к любому автомобилю. Ну и напоследок просто удобная резиновая подставка для телефона. Нет необходимости куда-то крепить. Есть несколько цветов на выбор. Абсолютно универсальная вещь, которая к тому же не имеет клеевой поверхности и не оставит следов даже при палящем солнце. И на этом у меня все. Спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Ну а если не подписаны, то обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск.